Да, ну извините, я пойду досматривать концерт. Поет позвоните Майя мне. Головня. Ты мастер-творец. Что ты сделаешь из этого на земь упавшего дерева? Погибло или сгодится еще для доброго дела? Для доброго дела, что скрипкой в руках Паганини запела, чтоб мачтой Колумбовой Санта-Мари стала под парусом белым, или жарким костром зимней ночью сгорела, чтоб согреть людей. Пусть вам не покажется смелым, нелепым такое сравнение, но жизнь, если людям подарена, а не понапрасну разменена, похожа на гордое дерево, что скрипкой в руках Паганини запела, что мачтой Колумбовой Санта-Мари стала под парусом белым, или жарким костром зимней ночью сгорела, чтоб согреть людей. Корнями в родимую землю искусство уходит, как дерево, вчера и сегодня, как в древности. Тому поклоняемся вечно мы, кто делает дерево деревом, что скрипкой в руках Паганини запела, что мачтой Колумбовой Санта-Мари стала под парусом белым, и лежала.